юридический факультет почти 35 человек на одно место и 90,97, почти 91 это единый государственный экзамен. Причем 4 стобальника поступило. Раз уж мы о стобальниках с вами начали говорить. Значит, Высшая школа информационных технологий и информационных систем. Значит, 8 человек на одно место, 88,68. Значит, ЕГЭ и 7 стобальников. Институт международных отношений истории и востоковедения 25,46 человек на одно место. И 85-73 ЕГЭ. Ну, то есть я по ниспадающей. 4 стобальника. Значит, Институт филологии и межкультурных коммуникаций, соответственно, 14,6 человек на одно место, 83 почти, ну, 82-99, 83 единый государственный экзамен, 6 стобальников. Институт вычислительной математики и информационных технологий, почти 14 мест на одно место, 79,56 ЕГЭ, 6 стобальников. Ну вот, Институт фундаментальной медицины и биологии, 13,85 человек на одно место, 79 почти ЕГЭ и 11 стобальников. Но, вы знаете, когда я эти цифры озвучиваю, вы должны понимать, что и всего принято заявление достаточно много было, и в эти институты, они большие, достаточно большое количество, относительно, конечно, это бюджетных мест было. То есть разыгрывалось много бюджетных мест, поэтому, говорится, на одно место вот столько претендентов. Значит, самый, как бы, низкий показатель является, это 5 человек на одно место, это Набережно-Челнинский институт. Но там емкость приема достаточно большая, да, и там в основном это инженерное направление подготовки. А так все остальные, ну, ниже 70 практически балл ЕГЭ. В Казани ниже 70 вообще нет, там на уровне 74. Да, вот инженерный институт 69 баллов ЕГЭ, ну и 4 стобальника. То есть конкурс был везде достаточно большой, но и что нам позволило ну, выбрать наиболее достойных людей, которые здесь будут. Да, вот я инженерный институт озвучил, на одно место было 9 заявлений. Поэтому, если спросите, в какой институт больше всех стобальников поступило, это Институт управления экономикой и финансов, 13 стобальников. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».